Вчера 85-летнему Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке. Леониду был сделан внутривенный наркоз, после чего хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка пациента. Собрав необходимые данные, врач приняла решение провести Леониду Куравлеву гастростомию. Леониду сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которую вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Куравлева.